Сегодня сюда пожаловал в 27-м туре лидер дивизиона, футбольный клуб «Балтика». Надо сказать, что и Енисей пока вовсе не потерял надежд и шансов пробиться в высший дивизион российский напрямую, без стыковых матчей. Енисей располагается сейчас на 4-й строчке турнирной таблицы. Краснодаром 2, который ожил в последних матчах и в последних трех играх. Команда краснодарская, дублирующий состав клуба премьер-лиги, одержал две победы и сыграл одну ничью. Очень быстро разыгрывают мяч. Они уже в штрафной площади, правда, там вот из окружения только так и можно выйти. Какой красивый мяч! Какой красивый мяч забивает Енисей! Решающая передача! Вся атака была очень хороша. Смотрите, как развернулся. И вот в этой сложной ситуации, где уже трудно было что-то другое придумать, Глушков отдает передачу пяткой. Дальше голевая передача от Егора Иванова. Вот Глушков. Здесь вот его в угол загоняют. Сейчас она снова поставлена под вопрос. К слову сказать, мы говорили, что «Балтика» не забивает последние два тура. В воротах «Родины» и махачкалинского «Динамо» мячей так и не было. Входит в штрафную площадь. Пас. И вот удар. И мяч в сетке ворот. Они смогли. Они смогли таки отыграться еще до перерыва. Размашисто развивалось. И очень точно, очень бережно к мячу отнеслись футболисты «Балтики» в штрафной площади. Аккуратная передача Фолмера на Гузина. И аккуратнейшая голевая передача лучшего бомбардира на своего партнера по атаке. Тамерлан Мусаев забивает ответный мяч. 1-1. И у Сергея Николаевича могло быть недовольство действиями своих футболистов. Там сейчас отбор по правилам произведен. И «Балтика» идет на голевую атаку, но не попадает в пустые ворота Сергей Пряхин. Уму непостижимо. Как? Давайте смотреть. Обвел уже защитника. Все, перед ним вратарь, который на коленях стоит. Нет, это не положение молящего. Это просто, ну, последний шанс хоть как-то заблокировать удар. Но мимо цели бьет Пряхин. Иванов. Ну, какая передача. Мяч влетает в сетку после свистка, правда, уже. Нарушение правила офсайда, как я понимаю, зафиксировал Артем Любимов. Как здорово вошел сейчас в штрафную площадь. Пробросив сам себе первым касанием мяч высоко. Вот это уже финальная фаза, когда он таким же высоким. Глушков. Удар головой. Хороший шанс. Хорошая возможность. Зрячую передачу выдавал именно на Ломакина сейчас Никита Глушков. Хорошая атака. Передача в штрафную площадь. Два игрока выходят на мяч. Масловский, скидка и дальний удар. Хорошая траектория. Сейчас Егор Иванов, потому что у него голевая передача была и мог забить. Но не забил. И не забил больше никто. Ничья 1-1. Очередная ничья на двух траекториях. На пути «Балтики», который по-прежнему направлен вверх в премьер-лигу, и на пути «Енисея», который тоже рассчитывает выйти в высший российский дивизион.